Вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Угодил под колеса трамвая. В темное время суток на перегоне между сангородком и поселком Майск погиб человек. Вагоновожатая слишком поздно заметила пешехода, идущего по рельсам. Трамвай двигался с небольшой скоростью, однако многотонная машина не смогла остановиться. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, во-первых, по установлению личности самого пешехода, так как он до сих пор не опознан, и также установлению всех причин условий дорожно-транспортного происшествия и выявления сопутствующих условий ДТП. Во-первых, это плохое освещение, вернее, отсутствие как такового освещения на данном участке дороги. Тело погибшего мужчины смогли извлечь только через 2 часа. Для этого вагон пришлось поднимать специальным краном. 4 ангарчан обвинили в грабежах, разбоях и нанесении тяжких телесных повреждений. С помощью интернета компания выявляла людей, испытывающих нездоровый интерес к детям. Тех, кто соглашался пообщаться или встретиться, ждал неминуемый позор. Но вскоре молодые люди перешли от защиты к нападению. По многочисленным статьям проходит 11 потерпевших, которых преступники избили и ограбили. Всем пострадавшим преступники должны возместить материальный ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Сухарев Евгения Андреевича признать виновным в совершении преступления по смотру пункт А, В, Д, часть 2, 161, часть 1, 222, пункт Б, часть 4, 162, пункт А, В, части 2, 163 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание. По закону все преступления руководство положения части 369 УК РФ, учем существенного сложения наказания, окончательно назначить 11 лет лишения свободы без штрафа, ограничения свободы с отбыванием наказания с противоколонии строгого режима. Еще 2 фигурантов взяли под стражу в зале суда. До этого полгода они находились под домашним арестом. Им назначили 9 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще один подсудимый получил 5 лет общего режима. 63,5 года на всех. Таков вердикт суда по 7 членам организованной преступной группы, занимавшейся сбытом героина. Банду задержали еще летом. Лидер клана получил 9,5 лет лишения свободы, а его сожительница на год больше. Девушка является хозяйкой одного из ангарских салонов красоты. Несколько мастеров работали в этом заведении за дозу. Также суд обязал их выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Еще 2 участников преступления приговорили к 12 годам заключения, 3 остальных осужденных на 8, 7,5 лет и 4 года. В Ангарском и Саватеевском муниципальных образованиях объявлена декада пожарной безопасности. По данным отдела надзорной деятельности, частота возгораний в этих районах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в несколько раз. Отдел надзорной деятельности в моем лице обращается ко всем гражданам города с просьбой не жечь траву и мусор вблизи жилых домов ввиду того, что снег сошел, трава сухая, участились все случаи возгорания именно в садоводствах, когда люди самостоятельно начинают проводить уборку. Декада продлится до 1 апреля. В дни ее проведения сотрудники надзорных органов организуют инструктажи населения. Все выпуски программы «Место происшествия Ангарск» доступны на сайте телеканала «Актис» в эфире каждый понедельник после новостей.